Ребята, у нас обвал. Я прошу вашей помощи. Нас и заметает, и вода замерзла. Ребята, у нас очень тяжелое сейчас положение. Я прошу вас, пожалуйста, если можете приехать, друзья, приезжайте с лопатами. Ребята, помощь нужна очень. Трактор стоит настолько дорого, что никаких средств не хватит это все выгрести. Ребят, мы делаем, что можем. И потом, не забывайте, сейчас воду разносят ведрами. Представляете, на 3 гектара разнести воду ведрами. И еще корм. Это все, что мы сейчас убиваем. Ребят, народу мало. И я прошу вас, по возможности, хоть на час, приезжайте к нам в гости. Пожалуйста. Ох, елки-палки. По некоторым проходам даже пройти невозможно, ребята. Некуда выгрести снег нам. Тише, ребята, тише. Так, корм разнесли, сейчас водичку носим. Привет, мои хорошие. Ребята, нас засыпало ужас как. Что товарищ у нас решил через сетку перепрыгнуть. Первая ласточка наша пошел погулять, да? А у нас трактор работает, а у нас ворота открытые. Это, слава богу, большой снег. И ребенок в нем застрял. Так что, что мои красивые? Да чего же красиво, друзья? И в то же время, господи, как же это страшно, ребята, страшно. Вы понимаете, снег выше колена, по бедра идем. Вообще ужас. Я еле-еле прошла, вот здесь пробралась, потому что спешила к собаке. Пипец, ребята. Так, бедные наши гуси-ути, замен, засыпала их тоже всех. Вот так, поехали. Хорошо. Молодец, поехали. Осторожно. Так, здесь очищаем. Ребят, слава богу, у нас сегодня небольшая помощь есть, люди приехали. Вот, это наш снег. Ага, там взяли, понесли, хорошо. Главное, чтобы на место понесли. Очень хорошо. Боже мой. Ребята, это просто пипец. Эй, что, замерзли? Мамины. Мои красивые. Мои мамины красивые. Да ладно, ребята, ладно. Все хорошо. Аватарик мой. Мамин аватарик. Ну не ладно, не обижайся. Да, найду. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Мой красивый мамин мальчик. Авик. Ладно, ребят, все будет хорошо. Приют «Лохматая душа», чтобы помочь очистить от этого стихийного бедствия.
взять лопаты, приехать, найти полчаса и получить удовольствие от хорошей компании и помочь нашим малым друзьям. Мы вместе расчистим этот снег. И решим а если нас... вы хотите помочь приюту «Лохматая душа», не пожалейте свои полчаса времени и проведите его с пользой для дела. Ура! Ура! Наташ, привет, спасибо, что приехали. Наташа с мужем нам привезли трактор. Спасибо, котик. Как зовут солнышко? Марина. Мариночка. Со всеми познакомилась, девчонки? Дай вам Бог здоровья, спасибо. И вам. Спасибо огромное. Еще встретимся? Не напугались? Да. Приезжайте, ладно? Такой аврал, надеюсь, не каждый день будет. Было почти вот так, ребята, снега. Девчонки молодцы, здесь прочистили все. Так, все, по кругу, следующий сразу. Сразу следующий, ребята. Следующий, потому что, ребята, не дай бог, сейчас пойдут. Высота метр, все. Ужас. Ага. Ну что, здесь прочистили, к этим вольерам зайти можем. А вот здесь еще никак. Надо туда прочистить, чтобы зайти вот в эти вольеры. К ним еще надо прокапываться и прокапываться. Ужас. Так, центральный проход пытаемся прочистить тоже. Это просто крыши на себя удар приняли. Боже, боже. Надо только проходы прочистить хотя бы к дверям, чтобы можно было пройти к вольерам. Ужас. Попробую пройти. Девчонки, молодцы, спасибо. Выгребайте, что можно, туда. Да, лучше туда. Блин. Так. Отлично. Туда, все туда. Это все равно придется туда потихонечку. Что, мои красивые, мамины? Вы представляете? А ведь нам надо пробиться вон туда, чтобы почистить и дать корм тем с вольером. Представляете? Это ужас. Это просто ужас. А здесь, ребята, чистим. Вали, пожалуйста, сбейте снег с крыши, а то на голову упадет. Пожалуйста, прошу тебя, возьми железную лопату. Сбей, чтобы людям, не дай бог, на голову не упало. Хорошо, Зая? Ой, господи. Так, ребят, вот так отгребаем по кругу, чтобы собаки не выпрыгивали из вольеров. Вот это вот. Все. Спасибо. Как зовут? Меня зовут Настя. Настя, а ребят? Пойдем знакомиться. Пойдем. Я хотела, чтобы у меня собачка была. Сейчас. Девчонки, как зовут? Лера. Лиля. Лиля? Лера. Лера. Отлично. Мальчиков? Мальчик второй? Никита. Никита. Мальчики, огромное спасибо вам. Все, ребят, так здорово, что вы приехали. Честное слово, вы видите, что творится? Дай вам Бог здоровья вашим родителям. Ну, просто от всего сердца, родные. Спасибо. Будете еще приезжать? Конечно. Обязательно, ребят. Пожалуйста, ладно? Спасибо, начинаем дружить. Все, спасибо, пошла дальше. Ребят, спасибо, гляньте, сколько вы уже сделали. Анатолий Николаевич, правила движения не знаете, ребята? Ой, ребята, дай бог здоровья. Так, председатель общественной палаты у нас в гостях, Анатолий Николаевич. Отлично, ребят. Сейчас трактор подъедет, будет выгребать все. Наташ, спасибо, что организовала. Просто от всего сердца. Спасибо, мой хороший. Наташ, становитесь, ребят. Не, мы давайте. В сторону встаем, а я всех хочу, я ребят. Ребята, все помощнички, пожалуйста. Анатолий, с вами отдельно сейчас будет разговор. Так. Да, мои хорошие мальчики.
Все-все в кучку, пожалуйста. Все мои хорошие. Господи, дай вам Бог здоровья. Вам, вашим семьям. Так, ребят, ну что, на сегодня все. Это нечто. Это вообще что-то вообще невероятное. Володя, Наташа, дай вам Бог здоровья. Спасибо, мои хорошие. От всего вам сердца. Спасибо за благое дело. Собаки-то того стоят. Спасибо, мои хорошие. С Богом. На связи. Да, конечно. Сколько, как мы поплывем весной? Что здесь будет делаться весной? Ребят, я очень благодарна нашим друзьям, мужу и жене, Владимиру и Наталье. Благодаря им мы организовали все вот этот вывоз. Только благодаря им. Их настойчивости, их упорству и их оплате. Сегодняшняя помощь для нас бесплатна. Я знаю, что деньги перевел Анатолий Николаевич, мой искренний вам поклон. Спасибо. Володя, спасибо. Наташа, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня приехал. Спасибо всем, кто сегодня отозвался и нам помог. Друзья, мы вывезли всего лишь малую часть снега. Но даже вот это огромнейшая помощь. Для того, чтобы вывезти все, что у нас накопилось, ребята, одного дня мало. Минимум неделю пахать вот так, от рассвета до заката. Огромное спасибо всем, кто сегодня участвовал в помощи лохматой душе. Счастья вам, друзья, и крепкого здоровья. Спасибо.